Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной нож предоставлен для обзора на сибирский магазин «Ножи Клинок». Будет это нож от компании «Мора». «Мора Ниф», вот так вот здесь написано, если я правильно произношу. Традиционные для компании «Мора» ножны. И в данном случае мы с вами разговариваем о ноже «Мора Ниф Флекс». Такой вот ножик. Традиционные ножны, заостряться не буду. Удобный подвес, не гремучий пластик, отличное большое отверстие для слива воды. В общем, все традиционно для моря просто и хорошо. И недорого, как говорилось в известном анекдоте. Внутри лежит вот такой вот нож. Абсолютно обыкновенная, такая же, как на вот прочих ножах Мора. Вот покажу другой нож, да, в данном случае. Так вот, абсолютно одинаковые рукояти у ножей. Отличаются в основном только цветом вставки. Вот эта вставка полностью, то, что здесь цветное, это пластик. Серая часть сделана из такой какой-то резины, такой очень приятной, жесткой. Вот, как всегда, традиционно великолепный хват у этих ножей, просто отличный, такой вот тяжелый, рабочий. Понятное дело, что о фехтовальном хвате каком-то форсированном здесь речи вообще не идет, потому что мы имеем с вами дело с ножами с вот таким вот очень тоненьким клиночком. Я думаю, что максимум 2 мм. Это причем максимум, скорее всего, даже немного меньше. Вот. Такая вот надпись. Мора Шведен Стайнлесс Стиль. Вот. Ну, собственно говоря, что можно сказать. В данном случае мы дело имеем с ножом, у которого спуски выполнены прямо от обуха. Но мне такое впечатление, что это даже и не спуски, а просто ввиду тонкости клинка, клинок идет просто как он идет, и потом на него сразу сделаны подводы. Подводы выполнены очень аккуратно, очень хорошо заполированы. Вот, ну, то есть, вот можете видеть, я думаю. Честно говоря, так он весь сверкает в кадре, что не совсем уверен, что вы сможете рассмотреть. Подводы выполнены очень аккуратно. Клиночек вот на кончике совсем тонюсенький в данном случае. То есть мы такое дело в данном случае имеем с таким, ну, я бы так выразился, таким, наверное, ближе к разделочному ножом. То есть с очень такой вот тоненькой геометрией. Вот, ну, традиционно для компании Мора нож просто совершенно замечательно режет. Ну, ребят, ну, как бы из коробки заточка, когда вы можете сделать вот такое, это достаточно редко бывает. Ну, все, в общем-то, потому что, конечно, тут сочетание очень хорошей заточки и замечательной геометрии самого клинка, именно режущий такой. Вот, понятное дело, что подобный нож не выдержит, скорее всего, какую-то тяжелую работу. Ну, сами видите, я прям даже в кадре могу клинок вот так вот сгибать. То есть здесь, конечно, нет, ковырятельной работы здесь не предусмотрено, но зато можете что-нибудь вот так вот замечательно совершенно напластать, ну, и при этом просто получить такую традиционную, удобную для тяжелых работ морскую рукоятку. Здесь это может быть, конечно, не совсем оправдано, но просто делают-то не так. У них рукоять одна, а клинки разные. Вот, собственно говоря, и это, наверное, тоже ничем не плохо, такая технологическая фишка. Вот такой вот ножик. Надеюсь, что было вам это все интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.